если вдруг взрослый человек осознал, что он не крещен и пришел к этому самостоятельно и решил это сделать, как это сделать правильно? Значит, конечно же, это очень правильный, так сказать, шаг в жизни, потому что человек, понявший, что ему необходимо креститься, в любом случае он призван Богом. То есть это, сама эта мысль не могла родиться в голове у человека без того, чтобы Господь эту мысль ему не вложил в душу. И для того, чтобы правильно сделать таинство крещения, совершилось бы с этим человеком, ему обязательно надо прийти в храм, в любой храм, пройти собеседование, потому что, как правило, такие люди ничего не знают, ничего не понимают, и вот, ну, как младенцы, их надо кое-чему хотя бы минимально научить. И для этого собеседование установлено во всех храмах, ну, в каждом в свой день, в свой час. Надо прийти на собеседование. На собеседование все, что скажут, так сказать, воспринять, может быть, какие-то еще дополнительные вопросы задать, разобраться полностью, и тогда уже провести чин крещения.